Здравствуйте, это новости Дагестана, в студии Джамиля Шарипова и коротко о главном. Он выехал в Китай, а вернулся с коронавирусом. В Республиканском центре инфекционных болезней провели учения по профилактике опасного заболевания. Сегодня день российской науки. Какие новые проекты в планах дагестанских ученых накануне праздника узнавали наши корреспонденты? 8 февраля ежегодно отмечается День российской науки, которая дала миру много великих имен и открытий. От достижений ученых зависит не только экономический рост страны, но и качество жизни миллионов людей. В День российской науки мы решили заглянуть в Дагестанский научный центр и узнать, что происходит за дверями лаборатории. Сюжет Алины Багиловой. У каждого в Дагестанском научном центре своя задача. Так, например, кандидат физико-математических наук Ахмед Алиев вместе с коллегами работает над холодильником нового поколения. Как объясняет физик, обычный холодильник потребляет от 20 до 40% электроэнергии. И это весьма затратно. С точки зрения обычного пользователя, это будут обычные холодильники, но они будут менее шумные, потому что там не будет компрессора, там много деталей, которые в обычных холодильниках присутствуют, там необходимости нет. Поэтому это будет более простая система, которая меньше потребляет электричество. К тому же, как оказалось, холодильник не будет выделять вредный для человека газ фреон. Как объяснил Ахмед Алиев, их цель – заменить фреон на безопасный материал, то есть на магнит. Это будут экологически безопасные холодильники, потому что там не будет использоваться фреон, который в современных холодильниках используется. Хотя есть в современных холодильниках используемые, там их много этих видов фреонов, да, вроде бы говорят, что какие-то уже безопасные и так далее, но тем не менее, если по всему миру считать, производство этих опасных видов фреонов, оно продолжается, причем в очень больших масштабах. Уже сконструирован магнитный рефрижератор. Технически это выглядит довольно просто. По задумке ученых, такие магниты должны охлаждать целый холодильник. Источник переменного магнитного поля, основанный на постоянных магнитах, закрепленный на диск, вращающийся, вот как видите здесь. И мы вводим образец между полюсами, и вот заставляя вращать, мы получаем таким образом переменное магнитное поле. То есть на материал будет действовать переменное магнитное поле. Рассказали нам в центре еще об одном интересном проекте, к тому же завершенном. Профессор физика Кая Муртазаева и его сотрудники исследовали воду в 32 горных районах Дагестана. И по мере загрязнения воды можно подобрать соответствующий фильтр, который очистит воду от вредных металлов и примесей. Вот смотрите, древесина персика хорошо сорбирует рубидий и стронций. Значит, надо посмотреть, в каком районе, в каком источнике, так сказать, вот, превалирует рубидий и стронций. Для этого села или для этого источника можно изготовить фильтр, который, так сказать, создан на основе древесины персика. Еще один немаловажный вклад, который вносит научный центр, это приумножение и сохранение дагестанской литературы. Специалисты Института языка, литературы и искусства трудятся над 20 томами книг фольклорного жанра на 14 языках. Этот свод на сегодняшний день издано первые 7 томов. Это и волшебные сказки народов Дагестана, и бытовые сказки, и обрядовая лирика, и необрядовая поэзия. Вот. Ученые центра продолжают каждодневный труд над новыми проектами. Исследовательская работа – процесс трудоемки. Поэтому каждое новое открытие – это серьезное достижение. Алина Багилова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. Он выехал в Китай, а вернулся уже с коронавирусом. Все симптомы налицо. Повышенная температура, слабость, кашель, насморк, ломота в теле. Такой случай на практике был отработан на внутрибольничных учениях в Республиканском центре инфекционных болезней. Медработники были вооружены пульсоксиметрами, которыми в считанные секунды можно определить насыщение крови кислородом. Условного пациента медперсонал встречает в усиленных мерах индивидуальной защиты. Специалисты лаборатории провели забор биологического материала больного для исследования, заполнили экстренное извещение о поступлении зараженного коронавирусом. По сценарию состояние больного ухудшилось, и его транспортировали в реанимацию. В таких учениях доводятся до автоматизма навыки работы в случае поступления пациента, который может представлять опасность для окружающих. По итогу учений были даны рекомендации медикам.
Более 200 человек написали тотальный диктант на ахвахском, каратинском и багвалинском языках. Перед началом диктанта, по традиции, в фойе музея «Россия. Моя история» развернулась книжная ярмарка, фотовыставка, экспозиция ювелирных изделий, для гостей звучали народные мелодии. В диктанте приняли участие педагоги, студенты и представители руководства ахвахского района. Почетным гостем стал участник Сталинградской битвы Халид Халидов. И в заключение предупреждение от МЧС. В период с 8 по 9 февраля в горах Дагестана свыше 1500 метров лавина опасна, отмечают в региональном спасательном ведомстве. Жителям региона рекомендуют воздержаться от дальних поездок, от походов на лавиноопасные участки, быть бдительными и осторожными. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания.